Привет всем, друзья! Для тех, кто оказался на нашем канале впервые, хочется сказать, что мы купили вот эту старую квартиру и теперь занимаемся глобальной переделкой этой самой квартиры. Ну и, в общем, чтобы много не говорить, ссылочка сейчас появится в подсказке и оставлю в описании под этим видео ссылку на плейлист, посвященный этой квартире. Переходите, смотрите, чтобы быть в теме. Ну а мы сегодня займемся заменой старых радиаторов на новые. Купили мы новые биметаллические радиаторы в Мерлене. Две штуки на 6 секций, один на 8 секций и один на 4 секции. Все вместе с крепежом нам это обошлось в 22 912 рублей. Ну и сразу хочу оговориться, это видео не будет инструкцией о том, как поменять старые радиаторы на новые, потому что я не сантехник и не сварщик. Поэтому я вызвал людей, которые умеют это делать быстро и качественно. И они за определенную плату, а это конкретно 30 тысяч рублей, поменяли мне все радиаторы, переварили нужные трубы, в общем, все сделали. Поэтому будет больше обзорное видео о том, что было сделано, что получилось в итоге, как это теперь выглядит, ну и какие дальнейшие работы еще предстоит сделать. Поехали! Если вы помните, вот это у нас торцевая стена дома, то есть там уже у нас ни соседей, никого, там улица. И здесь раньше стоял старый радиатор, и он был сопряжен полностью с новым радиатором. То есть у нас отсюда идет снизу, со стояка, вот здесь идет подача горячей воды, она проходила через первый радиатор. Здесь он был связан вот так вот со вторым радиатором, проходила через второй и уходила в обратку. Прежде чем принимать такое решение, мы поговорили с соседями, которые подобное уже сделали. Они сказали, что стена зимой не промерзает, в квартире тепло, нагрев здесь хороший. Поэтому было принято решение также убрать этот радиатор и освободить эту стену. Соответственно, радиатор убрали, спилили трубу, подключили новый радиатор, сделали отвод трубы и увели все это дело в обратку. Там у нас была гостиная, здесь детская, и здесь точно такая же ситуация, радиатор стоял на этой стене. В дальнейшем здесь планируется разместить детскую кровать, ну или там диван будет, скорее всего, раскладной. И чтобы радиатор не мешал всему этому делу, и опять же не нагревал, то есть спать прямо рядом с батареей так себе удовольствие. Поэтому такая же система была сделана, поставили радиатор. Сделали отвод, увели все это дело в обратку. Самая простая замена в нашей будущей спальне. Тут ничего не менялось, радиатор как стоял, так и по сути стоит. Немного его сместили к центру комнаты. Отрезали просто старый радиатор, наварили новые трубы, установили новый. Хотел сразу отметить, что поставили мы обычные вентиля, вот эти шаровые, американка или как он там правильно называется. Не стали ставить терморегуляторы, пластиковые такие, знаете, существуют, потому что все сантехники в голос говорят мне о том, что при общей системе водоснабжения, то есть когда одна общая котельная идет, эти терморегуляторы очень быстро умирают. Соответственно, потом придется опять кого-то вызывать, чтобы менять его, либо чистить. Поэтому сделали обычные вентиля, то есть если захочется, чтобы нагрев радиатора был чуть меньше, можно просто вентиль немного повернуть. Поток воды убавится у нас с подачи и станет чуть прохладнее. Ну а вот радиатор, который находится на кухне, он был тесно связан с полотенцесушителем, который размещен в ванной комнате. Он в принципе так и остался тесно связан, просто мы немного эту систему переделали так, чтобы она была менее заметная. Потому что раньше радиатор стоял у нас
по сути, здесь же. Дальше шел к нему, ну вот идет стояк на обратку, и вот здесь шла труба на подачу, то есть она на высоте, сколько я, вот 170, она на высоте 1,5 метра, так вот шла по всей стене, полностью через всю кухню и уходила в санузел. Что мы сделали, получается, установили радиатор, как он был, вот у него обратка, вот подача пошла труба. Здесь ее увели почти к самому полу, и она также идет через всю кухню, но при этом по низу, и в дальнейшем спрячется вот сюда, уходит в санузел, и в дальнейшем спрячется за кухонным гарнитуром. Но в санузле ситуация была следующая: полотенцесушитель был расположен на этой стене, труба у нас, которая идет на кухню, шла вот так вот через всю ванную, ну и мешало здесь бы нам в любом случае, так как мы ванную с туалетом объединили. Сейчас у нас труба, которая идет от того радиатора, вышла в углу вот здесь вот в санузле, вывели трубы мы на радиатор, уже все подготовили, сам радиатор мы заберем со старой квартиры, он у нас прекрасный, нам он нравится, мы его сюда просто установим. Ну а трубу, которая отвечает за подачу горячей воды, провели вот так вот по этой стене в самом низу, ближе к полу. И сюда ее благополучно приварили. В этом месте у нас потом будет стоять ванна, и нам эта труба не помешает. Наши друзья и соседи по дому, которые будут сносить, уже благополучно из него переехали. Переехали они в квартиру, которую не нужно ремонтировать. И так получилось, что в этой квартире уже был водонагреватель, поэтому тот водонагреватель, который был у них в старой квартире, они нам благополучно подарили. Катя и Леша, вам привет и спасибо огромное за предоставленную спонсорскую помощь. Сейчас, в моменты отключения горячей воды, мы будем с удовольствием пользоваться этим водонагревателем. На этом все, друзья, будем заканчивать. Вот такое обзорное видео получилось. Работ я не проводил самостоятельно, поэтому особо снимать и нечего было. Еще раз повторюсь, значит, стоимость радиаторов в Мерлене обошлась нам в 22 900 рублей, 912, если быть точным. Ссылочки на них я оставлю в описании. Радиаторы очень хорошие, мы по отзывам выбирали, читали много. Греют они сейчас отлично, в квартире прекрасная температура. Стоимость работ по установке всех радиаторов и вывода полотенцесушителя с учетом труб, кранов, в общем, всех материалов необходимых, которые потребовались, 30 тысяч. Спасибо вам, что смотрели это видео. Еще раз скажу, что ссылки на все материалы я оставлю в описании под этим роликом. Ставьте ваши лайки, пишите обязательно комментарии и ваше мнение. Всем вам огромной удачи и пока!